уникальное предложение только сегодняшнего дня. Целый комплект блока интерьерного покрытия и идеальное преображение вашей гостиной. Давайте мечтать вместе. Представили новую гостиную. Теперь в ваш коридор зайдем. Смотрите, как все эффектно смотрится, когда с кирпичиком дизайн, да? Также у вас получится буквально за полчаса. Детская комната и даже детки, если будут врезаться в стену, такое бывает, они не видят, куда бегут. Идеально подходит. Даже будут рисовать, все можно помыть. И в ванной комнате тоже можно использовать блок интерьерного покрытия. Но не только вы можете преобразить интерьеры, которые мы вам перечислили. Давайте просто посмотрим, как дизайнерски можно использовать блок интерьерного покрытия, вырезая кирпичики. Посмотрите, и на балконе, и вот посмотрите, в коридоре арочку можно обрамить. Это же сложная, кропотливая работа, если бы мы использовали натуральный кирпич. И как это легко получается с блоком интерьерного покрытия. Вы хотите такой же стильный ремонт в стиле лофт? Вы хотите такую же новую кухню? Сегодня возможно абсолютно все. Блок интерьерного покрытия Нью-Йорк. Сегодня на шоппинг-шоу с максимальной экономией. 11 цветов на выбор. И Алексей Мичурин, эксперт телеканала шоппинг-шоу, уже расскажет, уже готов вам рассказать, как его использовать. Ну что ж, дорогие друзья, использовать очень просто. Начинаю сразу же показывать, как мы работаем. Снимаем сначала защитную бумагу. Под ней скрывается клеевой слой. Слой универсальный, поэтому данные блоки ложатся практически на любую поверхность. И деревянная, и бетонная, и гипсокартонная. Абсолютно любая поверхность. Дальше мы подходим к с вами дереву и начинаем наклеивать. Аккуратненько выравниваем поверху, выравниваем сбоку и разглаживаем. Все, блок на месте. Смотрится красиво и, кроме всего этого, еще и закрывает всевозможные щели. То есть обладает изолирующими свойствами. Если, допустим, у вас что-то поддувает, если у вас есть вот такие щели, либо выходит тепло зимой, а летом, соответственно, заходит холод, то вы можете всегда закрыть и заизолировать. Прекрасно. Польчик, попробуй. Для дачи это идеально. Особенно, знаешь, когда вот шнуры торчат на даче, невозможно же проштробить деревянные стены и утопить провода. А мы, смотрите, вот так вот можем их заизолировать. Кстати, очень легко и просто это делается. Просто небольшой нахлёст. Я уже все выучила, Алёш, как ты меня учил. Да, все правильно. Я у тебя хорошая ученица, скажи. Все правильно, скажи, ручки золотые. Давай зачетку, садись 5, это называется. Дальше, давай, Олечка, расскажем про защитные свойства данного блока. То есть мы с вами заизолировали стену, но также, если что-то попадает на этот блок, если вы вдруг нарисовали что-то фломастером, либо у вас попал жир от кухни, вы всегда можете протереть блок интерьерного покрытия и стереть все... Все эти загрязнения. Отлично, это альпийский дуб, который мы используем. Только представьте, дерево помыть нельзя, а блок интерьерного покрытия под дерево помыть можно. Расскажи, какими свойствами обладает блок интерьерного покрытия? Еще раз, частичная звукоизоляция, влагостойкость, теплоизоляция зимой и летом, антивандальность, антистатические свойства, ветрозащита. Ну и держит и цвет, и форму на протяжении долгого времени. Ну что ж, 11 цветов на выбор. Выбирайте для своего интерьера. Может быть, сделаем все здорово-богато. Есть золотой цвет, посмотрите. Еще у нас есть травентин бежевый, кирпичный, мозаика белая. Идеально подходит под любые интерьеры, когда спорный момент. Думаете, какой цвет? Возьмите белый, беспроигрышный. Кленовый сироп, мозаика Сахара. Для, опять же, туалета, для ванны идеально. Альпийский дуб только что мы использовали с Алёшей в интерьере. Парижский туман, греческий мрамор, дуб молочной фактуры дерева, сумерки, 11 цветов на выбор. И все это подходит на любые виды поверхности. Только посмотрите, если у вас плитка прямо сверху, не надо ее отдирать, все это долго, все это грязно. Вот, посмотрите, прямо сверху плитки можно наклеить. Сверху деревянных панелей тоже можно наклеить. Металл, пожалуйста, обои. И даже когда вы только приехали в новую квартиру, и там, знаете, вообще еще не отштукатурено ничего, просто кирпич, опять же-таки сразу можно использовать. Цена только сегодня 3499 рублей. Но при заказе двух упаковок будет действовать дополнительная скидка 1000 рублей и бесплатная доставка в любой регион России. За 30 минут презентации по статистике, Алёш, продается
более 500 таких наборов. Сегодня это самое актуальное предложение только одного дня. В комплекте вы получаете сразу 10 листов, что равносильно 5 квадратным метрам за 3499 рублей. Алеша, знаешь, вот когда свекрови мы делали ремонт лет 5 назад, она сказала, все, это последний ремонт в моей жизни. Хотя она ничего не делала, мы ремонтную бригаду нанимали, штробили стены, розетки устанавливали, грязь постоянная. Каждый день она вот из рук не выпускала метелку, говорит, чтобы все это потом за ними, за рабочими убирать. Эта грязь жуткая, ну сам понимаешь, ремонт. Да, действительно, ремонт это дело хлопотное. Прежде чем поклеить обои, то есть такая финишная чистовая отделка, вы должны сначала заштукатурить стену. Должны сначала покрыть ее штукатуркой, шпаклевкой. От этого и возникает огромное количество мусора. Здесь, смотри, у нас просто сложены бетонные блоки, то, из чего делают дома. И на эти бетонные блоки мы наклеиваем с тобой блок интерьерного покрытия. То есть, чтобы наклеить эти блоки, вам не нужно будет выравнивать стены и не нужно будет их никак подготавливать. Вы просто берете и сразу же наклеиваете блоки интерьерного покрытия. А что делать с розетками? Знаешь, шнуры, розетки, их мы не можем обойти стороной. Давай посмотрим, как легко и просто будет теперь с розетками, с блоком интерьерного покрытия. Блоки очень легко врезаются, вырезаются, поэтому вы всегда можете вырезать место под розетку. Если вам нужна здесь розетка, вы берете канцелярский ножик и вот таким вот образом вырезаете это место для того, чтобы сюда впоследствии вставить розеточку. То есть с этими блоками будет удобно работать не только на ровных поверхностях, не только на поверхностях стены, но и там, где у вас есть откосы какие-нибудь, там, где необходимо врезать розетку и многое-многое другое. Смотрите, как легко убираем, подковыриваем и получаем с вами место под розеточку. Так, ну что ж, друзья, если вы хотите сделать ремонт своими руками, не нанимать дорогостоящие бригады, если вы не хотите дополнительных расходов, все, что вам нужно, это блок интерьерного покрытия. Кстати, вот сейчас видите, до и после, да? Вот это наш гример Мариночка. Она сделала своим мужем буквально за 30 минут ремонт на своей кухне. Смотрится просто бомбически, можно сказать и так. Смотрите, дизайнерский ремонт. Ведь кирпичики вырезаются идеально. Как часто мы мечтаем о преображении своей квартиры. Но мы понимаем, что это все затратно. Но сегодня для вас за 3499 рублей сразу 5 квадратных метров. Если мы возьмем сразу два набора, будет дополнительная скидка, 1000 рублей и бесплатная доставка.